Любишь смотреть крутые сериалы по Майнкрафту? Тогда ставь лайк и подписывайся на мой канал. Всем привет, ребята, с вами снова Рашер, и добро пожаловать на мое новое видео, а точнее на новенькую серию сериала под названием «Путь до триллионера». Друзья, если вам нравится данный сериал на моем канале и вы хотите увидеть его продолжение, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал, это очень сильно важно и напрямую влияет на продолжительность данного сериала. Так что, ребята, берите печеньки и чаечек, всем, ребята, приятного просмотра и приятного аппетита, кто кушает. Так, ладно, быстренько просыпаемся. Так, на балансике 162 рубля. Ну и, в принципе, давайте-ка сразу сейчас отправляемся на работу. Сейчас надо купить еще парочку бомжей, в принципе, почему нет. Так что погнали быстренько сразу работать. Куда только бежать? А, так я вот тут прямо работаю, что-то туплю немножечко, только проснулся. Ну ладно, давайте быстренько сразу начнем с ящичков. Первый ящик берем, быстренько относим. Надо сейчас вспомнить, сколько там будет стоить следующий бомж. Вроде бы он будет стоить 200, сколько, 70 рублей, наверное, или 275, 270, скорее всего. Ну, сейчас посмотрим. Нам совсем чуть-чуть надо подзаработать. То есть просто ящики потаскаем. Можно, в принципе, сейчас еще снять себе номер тогда в отеле. Ну и тогда уже начнем работать каким-нибудь курьером, каким-нибудь разносчиком чего-нибудь. Как-то так. Давайте быстренько еще один ящик относим. На балансике 228 рубасиков. Как бы, ну неплохо, неплохо. Давай сейчас быстренько хоп. А также нам нужно сейчас будет, наверное, сгонять, сдать бутылочки. Да и также надо закупить еды будет обязательно. Также давайте сейчас парочку ящиков. Давайте сразу еды закупим. Так, давайте быстренько еще покупаем 10 дошиков. Ну и, в принципе, погнали тогда быстренько сдавать дальше наши ящички. Нам еще нужно, давайте, 3 ящичка. И, в принципе, побежим, купим следующего бомжа. Сейчас у нас заработок 11 копеечек в секунду. Не густо, не густо, но, в принципе, постараемся сейчас нормально повысить наш заработок. Как-то так. Так что, хопа, ну у нас уже, в принципе, есть 272 рубасика. Ну ладно, последний ящик, 100%. И погнали тогда, сгоняем, посмотрим, чё почём. Так, все отлично, 288 рублей, это, ну, до хрена. Реально до хрена, так что погнали быстренько сразу же покупать следующего бомжа. У нас тут какие-то мажоры, все дела, какие-то странные пацанчики с битыми какими-то зачарованными. Не знаю, что это, ну пусть будет, ладно. Так, бутылочку соберем, надо сгонять будет бутылочку связать. Быстренько, а тут сколько стоишь? А, так 260, так мне и так хватало, и так, и так. Ну ладно, на балансике у нас еще 30 рубасиков есть, да и заработок у нас сейчас как бы 16 копеек в секунду. Не прям густо, но в принципе неплохо, в принципе все равно неплохо, что имеем, то имеем. Быстренько погнали дальше работать. Быстренько, хопа, кушаем. Кушаем, так, отлично. Ну и погнали тогда еще постараемся сейчас побольше заработать. Отнесем все бутылочки, ящички. Бутылочки попозже чуть сдадим. Сейчас надо накопить тогда денежек, хотя сейчас, наверное, мне кажется, лучше бомжей покупать, чтобы у нас был заработок какой-нибудь, хотя нет, лучше номер в отеле все-таки снять, лучше номер в отеле, все правильно будет, если мы снимем номер в отеле, сможем раздавать листовочки, ну и, в принципе, повышать наш заработок, тоже достаточно будет неплохо. Быстренько давайте сразу же относим еще один ящичек, 80 рубасиков, там номер в отеле, самый дешевый номер стоит 250 рублей, Это, в принципе, достаточно, ну, немного так, что быстренько давайте, хопа. Соточка имеется, и еще чуть-чуть поотносить, и, в принципе, мы заработаем. Давайте быстренько, хопа, хопа, сюда. И относим этот ящичек, так. Быстренько еще один ящик, хопа. Давайте быстренько отнесем, сейчас заработаем 250 рубасиков. Так, остается вроде как последний ящичек. В принципе, давайте сейчас его тоже относим. Давайте сейчас посмотрим, сколько там, во-первых, еда стоит, потому что еды у нас особо как-то, ну, мало остается. Давайте быстренько, хопа, вот этот доширак скушаем. Так, 250 рублей уходит сейчас на... Блин, ну нам нужно тогда еще одну вот это. Уходит сейчас на отель, так что давайте сейчас быстренько сначала сгоняем, типа номер снимем, потом идем сразу же раздавать листовочки. Так, где, во-первых, у нас отель? Вот отель. Сейчас там снимем номер хотя бы на сутки. Ну и, в принципе, тогда... Ну и все, тогда сможем нормально работать. Как так, бутылочку собираем. Без бутылочек никак. Самый дешевый номер. Просто берем,
250 рубасиков отдаем. И погнали теперь раздавать листовочки. Так, только где листовки-то брать, я не помню, не помню. Где-то их брать, ну где-то не помню. Так, вроде где-то там, да? Или нет? Сейчас узнаем. Ну, вроде бы, да. А вроде бы и нет. А, ну да-да, все правильно, бежим, отлично. Сейчас тогда листовочки пораздаем, денежек заработаем. Фига ты снег так забираешь, пацанчик. Так, берем быстренько 20 листовочек, ой, 20, 32 штучки. И, в принципе, за одного человечка нам платят 30 рубасиков. 30 рубасиков, ну как бы, ну неплохо. Так, пацанчик, давай топай ко мне. Ты куда побежал? Подожди, пожалуйста. Листовочку. Да, весь вот этот пацанчик листовочку, отлично. Давайте быстренько на центр побежали. У нас как бы уже имеется 115 рубасиков. Нам нужно сейчас максимально быстро заработать денежек на бомжей. Сразу всех. Пацаны, ну стойте, дайте я вам листовок надаю. Копа, листовочку получайте. А, так нам уже хватает вроде на следующего бомжа, если я не ошибаюсь. Ой, это не тот. Ты как туда залез, мальчик? Мальчик, ты чё? Ладно, странный какой-то. Ну, пусть. Странный какой-то парниша как-то залез в скамейку. Гений, просто гений, чё сказать. Так, чё-то народу, кстати, мало. Я чё-то вообще народу особо не вижу. Давайте побегаем, пособираем. Вот как вы туда забираетесь, люди? Вы что такое, что делаете? На листовочку. 400 рублей, кстати, неплохо. Давай сейчас первую 500-ку заработаем. Первые 5 сотен заработаем. Так, пацанчик, на листовочку. Я за тобой гонялся, а ты, оказывается, эти листовки уже давал. Серьезно, это как работает? Давайте пока похаваем, ладно. И можно сгонять сейчас купить уже следующего бомжа. В принципе, почему нет? Быстренько погнали. Надо бы найти еще кому дать листовочек, потому что у нас еще 19 штук. Пацанчик, да куда ты побежал-то? А, красава. Так, листовочку ему дали. Тебе вроде не давал. Подожди, на листовочку. Так, отлично. У нас уже почти как бы 500 рубасиков. Чуть-чуть надо, еще чуть-чуть. Так что давайте, пацан, надеюсь. Ты куда развернулся так, алло? Ой, понятно. Не захотел листовочку брать. На тебе хоть. А, тебе тоже не надо листовочку. Да кому я еще не давал-то листовку? Тебе тоже давал вроде или нет, не понял. Так, вот так. У нас, кстати, уже 550 рублей. В принципе, этого должно хватить на то, чтобы купить двух сразу бомжей. По пути здесь еще кому-нибудь листовочек надаем. Здесь кого-нибудь сейчас еще тоже найдем. Так, листовочку получай. Покупаем следующего. Еще одного покупаем. Отлично, на заработок теперь как бы 27 копеек. Ну, в принципе, нормально, наверное. Не уверен. Ну ладно, давайте быстренько погнали сюда. Сейчас еще здесь кому-нибудь дадим. О, пацанчик, на листовочку. Так, у нас 112 рубасиков, это ну как бы все равно, ну не прям много, то еще уже темнеет, не очень хорошо, ну ладно. Так, давай, сэмпай какой-то, давай мы тебе дадим листовочку. Так, ребятки, ну хоть кому-то я из вас листовочку-то не давал, всем похоже уже надавал листовочек, фигово, это что такое, ну ладно, странное. Тебе? Так, ладно, давайте быстренько дальше раздавать листовочки, уже темнеет, можно в принципе идти уже ложиться спать. Так, давайте вот тут всем пораздаем листовочки. Так, 6 листовочек быстренько. Давайте 5 листовочек тебе, листовочку. Кому еще не давал? Быстрее, листовочки. Ладно, короче, я понял, до конца я их не смогу, наверное, раздать. Но, наверное, в отеле, может, кому-то сейчас раздам. Мне нужно всего 5 листовочек раздать. 5? Вообще ни о чем. 5 штучек. Вообще, так, в моем номере там уже кто-то есть. Так, получай листовочку. Так, кто у нас тут есть? Кто-нибудь? Никого. Может, наверху кто-то есть? Наверху вроде кто-то есть, да? Я получаю листовочку. Ой, чуть не купил. Так, быстренько давайте. Все, короче, нет никого. Ладно, я, короче, наверное, сейчас похаваю и пойду спать. Ну все, ладно, я погнал тогда спать. Так, ну, давайте такая здесь поспим. Все, я пошел спать. Ой, так, ладно, быстренько просыпаемся. Давай, сейчас нам осталось немножечко еще листовочек раздать. На балансике на сейчас 500 рублей, как бы уже неплохо. Так, листовочки раздали. И можем, в принципе, сгонять, наверное, купить еще тогда двух бомжей. Почему нет? Ну и потом возьмем еще листовочек. Сегодня будем еще раздавать листовочки, все дела. Нам нужны денежки. Так что будем сейчас пытаться побольше заработать, увеличить наш заработок. Короче, как так. У нас пока что заработок только 27 копеек. Ну, не прям так много, но надо сейчас увеличивать его срочно.
Быстренько давайте сюда опустимся. Так, быстренько покупаем первого, покупаем второго. Наш заработок теперь как бы 38 копеек. Ну, в принципе, неплохо. Что за фигня? Так, быстренько поднимаемся и давайте бутылочку собираем, во-первых. Во-вторых, там вторая бутылочка, хопа. И в-третьих, бежим теперь тогда, бежим тогда дальше брать наши листовочки. Где только их брать-то? Не помню. Ну, сейчас найдем. Где брать эти листовочки? Вроде как сюда. Что это там, подарок какой-то? Что за подарок? Ух ты. Я какой-то подарок нашел, я не знаю, его можно достать вообще или нет, но ладно. Ладно, погнали, сейчас быстренько мне не сюда. Я понял, не сюда. Ну хорошо, сейчас найдем, куда нам надо. Нам, если не сюда, то куда? Туда, что ли? Или сюда? Не, сюда точно нет. Значит, сюда куда-то. Или не знаю, не вижу, куда бежать. Нет, не сюда. Реально сюда. Ну ладно. Ладно, сейчас быстренько давайте тогда постараемся заработать побольше бабла. Еще возьмем листочек и будем пытаться сейчас купить еще парочку бомжей. Почему бы нет? Быстренько хопа, сюда подбегаем, листочки берем и погнали тогда работать. Хопа, первый. Ты куда уехал-то, мальчик, блин? Серьезно, я только хотел вот это дать ему листовочку, он сразу свалил. Надо сейчас обязательно купить еды, кстати, у нас еды мало. Осталось всего 3 дошика, вообще ни о чем. О, пацанчик, да куда вы все? Вот просто увидел меня и так побежал, да? Круто, красавчик. Стой, получай листовочку, давайте бутылочку тоже соберем, если что, сдадим. Как-то так, здесь у нас еще одна бутылочка, тоже забираем. Хопа, даем листовочку еще одному пацану. Окей, у нас на балансике сейчас 170 рубасиков, это в принципе нормально, уже 200, кстати. 200 рубасиков, получай, я тебе вроде, ему дал, серьезно, уже давал, а когда успел-то? Ну ладно, давайте вот так накидываем, так, 20 рубасиков, 26 листовок у нас осталось. Опа, давайте вот так еще даем, тут у нас пацанчик опять спит, я ему давал уже листовочку, хорошо. 25 листовок еще, кому их давать-то, их некому давать. Так, и тут я уже всем раздал эти листовочки. Окей, еще один плюс. У нас 300 рублей, как бы, ну неплохо. Надо побегать по всему вот этому городу. Может, что-то кого найду, кому надавать листовочек. Вон, пацанчик, получай. Я тебе дал листовочку? Да, отлично. И заодно сейчас бутылочки можно сдать, кстати. Так, пацанчик, стоять на листовочку. Так, у нас тут еще пацаны. Ладно, давайте тебе первому, тебе второму. Давайте все бутылки быстренько отдаем, хопа. На буланчике у нас опять 500 рубасиков. Здесь у нас пацанчик прибежал. Мы ему вроде листовку не дали, да? Ну ладно. Ладно, здесь у нас кто-нибудь есть? Конечно, имеется. Так, еще ребятки. О, кстати, заодно еды можно купить. Давайте парочку дошков вот так наберем. Этого достаточно уже, мне кажется. И у нас опять 500 рублей на балансике. В принципе, неплохо. Ты как туда залез-то, а, чел? Серьезно, на листовочку. Да, так, тебе не надо, тебе листовочку. 600 рублей, мы можем, в принципе, еще 2 бомжей уже купить. И отлично, 700 рублей даже, отличненько. Давайте, короче, погнали покупать тогда бомжей. У нас осталось еще 10 листовок. Вот кому их, конечно, раздать, я пока без понятия. Не вижу, кому давать. Пацанчик у нас вот так, на листовочку, отлично. Еще один на листовочку, а тебе давал, получается. Тебе не знаю, давал, не давал, но сейчас проверим. Не давал, отлично. Здесь у нас вообще асфальт, не асфальт, тротуар весь разбили. Да какие люди, ну ладно. 8 листовочек осталось, 8 листовок. Окей, давайте, ладно, бутылочки больше не трогаем, нафиг они мне нужны. Зато я нашел, кому можно еще надавать вот этих вот листовочек. Народу здесь вроде много, надеюсь, что хоть парочку найду, которым я не давал листовочку. Уже 2 нашел, одного только, да? Тебе? Нет, тебе тоже давал. Окей, а кому давать тогда, если нету никого больше? Стоп, здесь тоже никого нету. Короче, ладно, 800 рублей у нас уже есть, 870. Мы можем сейчас 900 рубасиков ужапнуть, было бы достаточно неплохо. Ну ладно, погнали сюда. Сейчас быстренько, сразу же покупаем 2 еще бомжей. Если подкопим, то может быть и 3 купим. Но, кстати, сейчас мы сдаем отличным, кстати, можем реально уже 3 купить. Давайте сейчас 3 купим, почему нет? Еще одну бутылочку забираем. И здесь у нас пацанчики, которым я вроде тоже не давал листовочки. Так, тебе не надо. И покупаем еще 3 бомжей. Хопа. Итого наш заработок уже 54 копейки в секунду. Но это как бы дофига, реально дофига.
Так, еще бутылочка, отлично. И теперь нам нужно найти еще... О, отлично, пацанчик какой-то приехал. И тебе. У нас уже 200 рубасиков на балансике. В принципе, неплохо. И нам нужно, конечно, еще. Нужно намного побольше бабла. Ну да ладно, ну да ладно. Сейчас давайте сначала похаваем. И пойдем тогда, наверное, поработаем все-таки грузчиком. Мне кажется, грузчиком мне пока что... Хотя давайте бутылочки пособираем тоже. Хопа, хопа. Вот тут бутылочка. Так, здесь у нас что? Здесь у нас, короче, ладно. Давайте грузчиком дальше работать. Погнали. Погнали, погнали. Завтра уже возьмем новые листовочки. Сейчас пока что поработаем грузчиком. Быстренько хоп. Пока что будем копить дальше на бомжей. Так что погнали. Быстренько дальше. Так, ну что ж, на балансике у нас 622 рубля. Так что можно теперь идти дальше покупать бомжей. Почему нет? Как бы да, нам сейчас нужно поувеличить дальше наш заработок. По идее, мы сейчас еще получим плюс как раз еще 10 копеек. То есть на 10 копеек наш заработок увеличится. И это достаточно, ну, неплохо. Неплохо, так что давайте быстренько сюда. Так, быстренько первого покупаем и второго. И, в принципе, наш заработок теперь... 65 копеек, в принципе, да, на 10 увеличилось, как-то так, и уже как раз темнеет, так что можно, в принципе, наверное, топать уже домой, спокойно поспать, все дела, ну и тогда завтра уже продолжить работать, домой, в отель, ну погнали, тогда в отель, сейчас уже все спать, как бы да, ну и все, завтра нормально, уже продолжим увеличивать наш заработок. Быстренько давайте все, давайте сейчас только похаваем для начала. Быстренько, так. Все, завтра надо будет еще опять оплатить номер в отеле. Ну, ладно, это завтра уже. Так что все, я пошел спать. Ребят, а если досмотрели до этого момента, пишите в комментарии, досмотрел. Каждый, кто напишет, получит меня сердечко.